Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы продолжаем съемки с участки Ольги Чененковой. В прошлых роликах мы рассказывали про обрезку сортов ругозы. И сегодня мы решили еще поговорить немножечко про обрезку гортензии, гортензии метельчатой. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, Андрей! Да, я вот решил воспользоваться этим случаем, поскольку зима у нас была такая сложная, у многих очень сильно переломало различные кусты, в том числе и метельчатые, и древовидные гортензии, у многих просто раздавлены в лепешку. Если с древовидной, я так понимаю, все довольно-таки просто, она быстро восстанавливается, то из метельчатой хочется не только привести ее в порядок, но и, возможно, ее немножечко еще и размножить, потому что замечательные череночки, многие отрывающиеся от веток пяточек, хочется не выкинуть, а применить как-то в хозяйстве. Скажите, насколько это возможно и насколько вообще хорошо укореняются черенки метельчатой гортензии весной? Вот у нас еще лежат сугробы. В Московской области, я знаю, уже снег окончательно покинул, но у нас мы здесь снимаем практически в Финляндии, под Выборгом, за Выборгом, вблизи финской границы, и почки еще не проснулись. Гортензии, как пишут многие хозяйки, не плачут, не плачут, не рыдают. Да. У нас здесь с вами сорт Magical Starlight. Это высокий сорт, и из него поэтому можно было создать такой высокий скелет куста, который бы нас закрывал всегда от дороги. И поэтому вы видите обрезку сейчас немножко нестандартную, не такую, как мы привыкли. Нам рекомендуют всегда гортензию обрезать низко, выгонять там где-то там 5-7 побегов, да, которые будут очень обильно крупными шапками цвести. В моем случае я все-таки формирую куст. Мне так больше нравится, когда я вижу круглый год именно куст, а не отдельные ветки. Вот вы это сейчас и видите. То, что касается черенкования, то мы часть уже обрезали. Вот видна хорошая ветка, которую надо еще дорезать, да, чтобы она нам давала соцветие. Я режу всегда все-таки у нас на севере, мало ли что может быть с почками, хотя сорт очень хорошо зимующий, оставляю всегда два узла с почками и здесь над ними делаю срез. Получается, можно оставить, кстати, и одну, да, вот такую. Даже одну? Да, конечно, она достаточно сильная. Во-первых, сейчас... А делаем срез мы как высоко над почкой? Ну, опять же, конечно, поскольку почки еще не проснувшиеся, но все-таки я оставляю там миллиметров, не знаю, 7-8 над почкой. Ничего страшного в этом нету. Чем стремиться как бы и повредить основание ложи для этих... Чуть-чуть лучше оставить пенечек, да? Ну, чуть-чуть, да. Я, конечно, уж не знаю, может быть, кто-то считает по-другому. Вот, видите, вот что происходит, я попыталась ближе и расщепила, да, поэтому как бы стараюсь все-таки, ну, более бережно, оставляя маленький пенек. Но вот такие слабые веточки, да, мы их опять же убираем полностью, то есть переводим все-таки на сильные. Вот смотрите, была обрезка в прошлом году, вот здесь я оставила, да, хотела, пенечек. Чтобы... Да, не пенечек, а я оставила вот эту вот веточку с почками, хотела, чтобы, думала, вырастет веточка, она не выросла. По какой-то причине, скорее всего, затенение было, да, и... Ну, потому что она вовнутрь. Да, растет, силы, да? Пошли все в эту. Я теперь ее убираю полностью. Я сейчас объясню, к чему я это говорю. К тому, что мы... Пусть... Давайте я буду забирать у вас веточки. Несмотря на то, что мы вот оставляем сейчас и тут веточку, да, вполне возможно, что в будущем для хорошего цветения какую-то, может, и вообще придется убрать. Угу. Почему? Потому что все-таки нам не надо загущать эту крону точно так же, как у всех других кустарников. Лучше, чтобы веточек было нужное количество, но не огромное. Ну, и вот этот волчок, который тут вырос такой, ну не волчок это, да, но хороший побег, на него можно было бы даже перевести, он более молодой и сильный, но мы пока вот оставляем вот так. То есть у нас на этой веточке осталось три, да, побега, которые нам дадут новые почки. И этого достаточно? Более чем. Я даже, вот, наверное, вот это то, что вниз, снизу растет сейчас, тоже уберу полностью. О, то есть я к тому... Попробую сейчас еще раз объяснить. Да? Несмотря на то, что у них супротивные идут вот здесь вот, да, листики и, соответственно, и почки, но бывает даже
их по три, да, в одном узле, а бывает у сортов даже, и, по-моему, и по четыре. То есть вот очень мощно. И если все почки проснутся, представляете, сколько здесь будет? Соответственно, если мы все веточки оставим, вот, вот такие, да, рогатинки, которые по две растут, вот так вот, да, то сколько здесь пойдет побегов? Естественно, что соцветия будут маленькие тогда. А чем их будет меньше, мы заранее продумаем их расположение, тем и соцветия мы можем получить более крупные, даже на таком высоком сформированном, да, кусте. В принципе, чем эта формировка отличается от штамба? Да ничем. Ведь штамбовые гортензии формируются точно так же. Выгоняется побег, а дальше уже режется коротко крона. То есть то же самое было и здесь. Выгнали побеги, и дальше уже режем их коротко, да? Сдерживаем дальше их рост. Поэтому вот тут вот я, например, хоть и оставила вот эту веточку, но я ее все-таки уберу совсем именно с этой целью, да, чтобы не загущать эту крону. И так потом пройду, наверное, все. То есть оставлю в нужном направлении мне побеги, которые дадут уже дальше те самые молодые этого года побеги с крупными соцветиями. И вот тут вот из этого узла, да, пойдут еще две веточки такие же, а да? А то и три. А то смотря, и три, сколько почек будет, да. То есть разные сорта ведут себя по-разному. Есть, которые сильно себя загущают, а есть, которые, наоборот, дают мало, да, боковых побегов. То есть тут уже от сорта много вот зависит. Вот эта вот нижняя ветка, насколько нужна здесь? Вы знаете, хотелось бы вначале, конечно, все оттаяло окончательно. Ага, да, целиком, да. Но вот то, что точно надо показать, смотрите, ветви очень старые, куст уже взрослый. И вот растет внутрь такой волчок. И мы его... Ой, какой красивый, хорошая, да, ветка. Но мы его полностью уберем, потому так, что она нам здесь в тени ничего хорошего не даст. То же самое... есть все-таки то, что растет в центр, мы, да, убираем также по тому, кстати, же принципу. Да, совершенно тот же принцип, что крыжовники, смородины, любые другие кустарники. То есть суть не все меняется. Все, что растет гортензии вовнутрь, безжалостно убирается, да, независимо от того, насколько этот побег хороший, сильный, молодой или старый. Если вы только не собираетесь на него перевести, ага, взрослую, да, ветку. То есть если бы убиралась эта ветка, да, то мало ли бы оставался... она, например, оказалась, угу, у нас больная, либо подмерзла. Ну, этого сорта это не касается, но, ну, может, какого-то другого сорта. И тут вдруг растет хороший молодой побег, мы просто бы здесь убрали и на него бы перевели, опять сформировали бы куст. Вот опять же, видите, побег вырос в центре куста, слабый, хилый, в затенении однозначно. Поэтому мы его тоже полностью вот здесь вот уберем. И последний вопрос по поводу обрезки, потому что, как я уже говорил, в других регионах, возможно, уже оттаял окончательно снег, проснулись почки, уже, может быть, полезли зеленые листочки. Угу. До какого момента можно проводить обрезку на метельчатой гортензии? Ну, смотрите, вообще сейчас, как говорят, что все зависит от того, когда вы хотите получить цветение. Как можно более раннее или там, для южных регионов чуть-чуть сдвинутое, поэтому... В нашем климате, конечно, лучше резать пораньше, потому что лето короткое. И вот еще снег лежит, там только начинает сходить, уже можно ее резать. Совершенно не бояться. Тогда она все-таки раньше будет просыпаться, раньше отрастать. Ага. И таким образом мы более гарантированно, потому что бывает так, если мы запаздываем с обрезкой, мы можем в принципе не получить цветение. Разные сорта в разные сроки зацветают, и они могут либо только начать давать соцветия, а у нас уже может совсем похолодать, либо вообще их не заложить. Поэтому все-таки у нас, я считаю, надо резать как можно раньше. Ну, и, то есть, в принципе, это можно сделать, если есть листочки? Да, если тронулись почки, это можно... Если мы приехали очень поздно на дачу. Конечно, да, конечно, даже тронулись почки, это можно резать. Ничего страшного в этом нет. Просто цветение будет чуть позже. Кстати, есть даже, я помню, как-то читала, что если вы действительно хотите резать для размножения, то иногда даже лучше укореняются те черенки, которые, где почка, вот конус уже то показался. Вот эти черенки укореняются лучше, считается. Но из своей практики могу сказать, что, наверное, те укореняются неплохо. Все зависит от сорта. Есть сорта, которые укореняются почти 100%, а есть, которые все-таки какой-то там определенный процент. Поэтому тут много зависит от сорта. Также, кстати, как и обрезка. Если карлики советуют резать сейчас не очень коротко, вот, а оставлять где-то... Вот если мы сейчас с вами оставили два узла, да, то их советуют оставить узлов там 5-6, даже вот так вот. То есть более длинная обрезка у карликов. Такие крупные сорта, как вот этот, считается, что лучше резать покороче. То есть есть такие еще нюансы. И вот последний вопрос, то, что волнует очень многих, да, начинающих садоводов, что гортензия плачет. Если из нее уже выделяется сок, пытаются замазать это садовым варом, чем-то зеленкой, лак-бальзамом. Угу. Имеет ли смысл это делать, чтобы не выходила лишняя влага?
Дело в том, что растение, скажем так, оно само способно, да, остановить свое сокодвижение. И, кстати, вот у метельчатой гортензии я еще ни разу не видела, чтобы она у меня плакала. Честно скажу, вот после обрезки ничего с ней этого не происходит. Обычно у нас плачут лианы, например. Это да, это бывает. То есть там та же актинидия может начать такой процесс. Березы у нас плачут, да? Ну, березы, да, да. То есть их поэтому там стараются попозже. Да. Да. Но у растений всегда есть механизм, и ни одна береза еще там полностью соком не истекла. То есть они сами себе закупоривают. То есть, замазывать, можно не обращать внимания. Да, замазывать срез это даже опасно, поскольку если только уж совсем там такими тонкими препаратами, и то лучше, может, спустя какое-то время, чтобы срез успел окислиться. Чем хороша вот резка, как сейчас, такое холодное время? Сейчас практически нет инфекции. То есть на этот срез никакая инфекция не садится. А растение само этот срез заживляет. Тем более срезы-то очень тонкие, и их размер очень маленький, ничего страшного нет. Если бы мы там очень крупную бы какой-то оставляли бы порез, да? Садовый вар вообще вещь не очень полезная. Именно такой классический садовый вар у нас. Потому что он настолько плотно закрывает срез, и там создаются такие идеальные условия для грибных всяких вот патогенов, что они там прекрасно развиваются. И часто наблюдаешь, как, когда снимаешь садовый вар, как там все сильно гниет. Для гортензии в этом вообще нет необходимости, поэтому можно не волноваться, ничем не замазывать. Ну все, тогда перейдем дальше к нашим черенкам. Да, давайте. Да, и покажем, что полезного можно сделать вот из этого виника. Давайте. Пошли. Ольга, во-первых, расскажите нам, какие черенки годятся, какой толщины их надо выбирать. И, может быть, сразу же тогда мы возьмем и нарежем. Ну вот смотрите, мы с вами сейчас тут имеем варианты черенков. Это мы срезали волчок вертикальный, да? А это мы с вами резали боковые веточки. То есть сразу можно сказать, боковые лучше, чем волчок, и тем более вертикальный. В боковых веточках всегда больше накапливается углеводов. И поэтому они лучше в этом плане укореняются. Плюс в таких волчках, смотрите, очень большие длинные междоузлия. Вот такие вот длинные междоузлия, это всегда нехорошо для укоренения. То есть всегда лучше иметь более компактный черенок, чтобы вот это расстояние было поменьше. Ну, сказать точно там сколько в сантиметрах, мне сейчас, может быть, затруднительно, но вот так вот на глаз это, ну, до 10 сантиметров, то есть больше не надо. Если у нас черенки, в принципе, вот мы сейчас переходим к боковым веточкам, да, если они у нас не маленькие по своей длине, как вот этот будет сейчас черенок, то ограничимся только двумя узлами. Нижний срез делаем косой, верхний над почками делаем прямой. Ну, это, в общем-то, классика черенкования. Вот такой черенок и по толщине своей, то есть он где-то там, ну, миллиметров 7, да, максимум там 8, очень хорош для укоренения. В нем достаточно питательных веществ для того, чтобы укорениться. То есть и толщина, и длина его отличная. То есть снизу будут корешки, погружать мы его в грунт будем, ну, где-то там, все зависит от того, в чем вы укореняете, да. Например, даже в кассетах укоренение, то есть на 5 сантиметров заглубить, этого достаточно. Хотя считается, что древесневшие черенки, чем больше вы заглубите до вот этих верхних почек, тем лучше. Будет больше влажного вокруг него пространства. Вот, вот эта веточка мне вообще нравится для укоренения. Видите, какой короткий, коренастый, да, крепкий такой вот черенок. Опять делаем косой срез и над ним прямой срез. Если у вас мало материала, например, да, можно еще более короткий там череночек сделать, если хочется побольше развести. А есть, бывают сорта, у которых, ну, конечно, это не совсем правильно показать, макушки и нижнее основание черенка укореняется похуже, то есть лучше укореняется средняя часть. Серединочка. Да, да, поэтому, вот скажем, здесь можно было бы сделать из трех узлов, но это неправильно. Черенок, во-первых, он из макушки, во-вторых, все-таки он длинноват для трех узлов. К сожалению, вот то, что мы нарезали, то у нас тут и есть. Но вот этот, конечно, вполне себе хороший черенок. То, что касается толщины, почему нельзя толстые укоренять? Двухлетняя древесина укореняется плохо, то есть укореняется хорошо именно однолетние приросты. Это сразу, да, об этом говорить. Тем более у нас их очень много после обрезки. Просто непосредственно тот куст был обрезан раньше, поэтому у нас с вами... Ольга, вот вопросик такой, да? Очень многие рекомендуют брать веточку с пяткой, то есть отламывать ее вот буквально не секатором, ну, а да, 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 вот так вот отламывать и оставлять вот этот вот кусочек. Да, только как не... вы на такой метод? Вы знаете, да, действительно, очень много кустарников укореняется таким образом. Особенно те считается удачно укоренять с пяточками, когда рыхлая внутри паренхима.
и вот этот срез так более рыхлый получается, и легко там инфекции проходят. Но конкретно то, что касается гортензии, мы так никогда, в общем-то, не делаем, надобности нету, тем более, что все-таки, когда у тебя большой выбор черенков, стараешься взять и средние части побега. Но что хочу сказать просто уже для других моментов, вот если вы так отломали, да, и у вас вот такие махры тут, это плохо для укоренения. Mm-hmm. То есть в этом случае надо, у меня сейчас только секатор, хотя бы вот эти вещи подровнять, да, чтобы они не при укоренении во влажном грунте у вас не начали загнивать, да. Потому что самая большая опасность любого черенкования – это инфекции, которые легко проникают у нас с вами в побег. В принципе, здесь есть почки, да, в самом низу тоже, и в целом он тоже укоренится, хоть с пяточкой. Даже если мы просто с вами вот так возьмем и срежем, да, не отламываем, а вот так срежем черенок. Он тоже, суть пяточки – это двухлетняя древесина в основании, которая не так быстро загнивает. Вот в чем суть, ага, вот этого метода. То есть она не то, что там дает образование дополнительных корней, она просто не так быстро загнивает. Нет, она не дает просто черенку, вот этому однолетнему, быстро загнить. Вот, она точно так же вот здесь вот имеет почки и тоже может дать вот хорошее укоренение. Но чисто по статистике показано, что все-таки лучше всего укореняются, там, скажем, больше процент укоренения черенков, которые берутся из средней части. То есть точно так же могут укорениться и концы побегов, да? Но тоже процент укоренения у них меньше, так же, как и основание, чем если мы берем среднюю часть черенка. Вот. Скажите, что мы делаем дальше? Вот мы нарезали таких черенков с двумя почечками, да, одна снизу, другая сверху. Да. Дальше мы их замачиваем. Нет. Не замачиваем. Нет, метельчатая гортензия укореняется очень хорошо. Даже не надо никаких там с вами стимуляторов специально замачивать. То есть даже обмакивать в корневину нет, не вот нужно? В корневину, знаете, это у нас на самом деле уже мы все обмакиваем. Не совсем понимаем, есть ли от этого конкретный результат. Это надо эксперимент провести, правильно? По науке. Один опудрить, а другой нет. Да, другой нет. И в одинаковых условиях одинаковые черенки. Как-то до этого руки не доходят. Но в защиту корневина вначале, да? Все-таки это индолилмасляная кислота. Это действительно гормон. Этот гормон действительно позволяет лучше укореняться растениям. 100%. В корневине он не в жидком состоянии все-таки, а в виде смеси с тальком. И там гораздо больше талька, чем самого вот этого вещества, да, самого гормона. Насколько он действует в таком состоянии, просто сказать сложно, потому что мы знаем, что все-таки во всех стимуляторах, то, что уже доказано, конечно, лучше замачивать и держать какое-то время. Либо, как сейчас есть современные стимуляторы корнеобразования в виде геля. Это вообще идеальный вариант. Вот в Европе такие есть, потому что гель сразу же и закупоривает нам срез, и туда меньше проникает всякая инфекция корневой, почвенных инфекций. И в то же время и влагу там оставляет, и стимулятор там присутствует. Это вообще идеальный вариант, когда вот такой гелеобразный. Насколько помогает корневин, сказать сложно, но... Мне кажется, по крайней мере, он закупоривает нам точно нижний срез. И все-таки в нем присутствует индолилмасляная кислота. То есть даже просто мел, он все равно как бы несет свою функцию. Ну, правда, есть еще такой момент. Если вы опудриваете зеленый черенок, который более нежный, да, он все-таки отсасывает влагу. Тут получается есть и минус. Но для, обратный эффект. Да, но для древесневших черенков, учитывая, что дальше мы его погружаем во влажный субстрат, чаще всего это торфяной субстрат, ну, нам это легче, его можно делать и с агроперлитом, для того, чтобы он более воздушный, чтобы там был воздух обязательно, да, и идет дальше уже его укоренение. По крайней мере, то, что хуже не будет, это факт. Но вот для меня это тоже вопрос. Корневин, опять же, производитель корневина. Насколько это свежий, да, сам гормон? Корневин тоже бывает разный, ну, скажем так. Зависит от производителя. От производителя, быть, да. И от того времени, сколько он хранился, например. Да, это все-таки важные моменты. Поэтому то, что мы покупаем в магазинах там, с мелкой расфасовкой, где он хранился, когда он хранился, там то, что в профессиональных магазинах, может быть получше. Но мы макаем, мы сажаем, и пока еще все было нормально. Пока мы экспериментов не провели. Вот такие маленькие рассказы о корневине. Дальше, после того, как мы все-таки да, провели эту процедуру, окропили корневином, дальше мы втыкаем в контейнер, в горшочек, в парничок, в открытый грунт. Куда? Да. Если у вас немного черенков, вам достаточно взять маленький горшочек, да, заполнить его грунтом. Желательно до того, как вы втыкаете туда черенок, все-таки сделать там палочкой отверстие, так будет лучше. Так 100% вы не повредите вот эту нежную кору, и сам этот срез нигде не задерется, и потом не начнется гниение. Немножко уплотняете и обжимаем черенок. Косым срезом корневин.
немножко под наклоном. Третий черенок. То же самое. Дальше поливаем. Да, и ставите уже во влажный парничок. Либо, вот, если вы у себя это делаете, вы можете его под банку поставить, где-то обрезанную канистру 5-литровую, да, с крышечкой, чтобы потом постепенно начинать проветривать. Либо это у вас специальное сооружение, да, для культивации. Но суть в чем? Там должно быть тепло, но не жарко. То есть так температура 23-24 градуса в идеале. Да? Ну, это довольно высоко. Да, да. Но естественно, что когда мы укореняем с вами на улице, она у нас, эта температура плавает. Хорошо бы, чтобы не переходила на длительный минус. Все-таки им это не очень понравится для укоренения. Но легкий минус, там минус 1, ночью это вполне нормально, даже минус 2, ничего страшного, потому что это все-таки парничок, и днем он хорошо нагревается. Второе, это не должно быть сильно освещенное место, чтобы не было ни пересушки, ни перегрева, то есть лучше, чтобы была запретенка. Когда мы у себя делаем в саду, это нетрудно найти такое место. Труднее, когда это у вас уже крупное сооружение, типа теплица, где ты много укореняешь, она обычно находится на открытом месте. Вот, и влажность, но опять же, влажность не должна быть стопроцентная, чтобы не пошли никакие у нас с вами уже патогены грибного происхождения, да, та же самая серая гниль, которую там мы с вами тоже наблюдали, но в теплице она уже нанесет нам очень большой вред, если она пойдет развиваться. И особенно, чтобы там не развивались у нас почвенные, те самые грибы, которые объединены в группу черная ножка, так называемая. Да, да, да. Она точно так же. Которые вся рассада боится. Да, да, да. Поэтому грунт желательно все-таки торфяной. Почему? Потому что там изначально нету этих патогенов, если это торф у нас. Там не должно быть много удобрений, особенно азотных, на момент укоренения. Для укоренения гораздо важнее фосфор, который мы потом с вами можем добавить. Да? И уже только когда потом начинается трогание в рост самих побегов, вот тогда уже можно подкормить комплексными удобрениями. То есть мы их, в принципе, не трогаем, смотрим, да, чтобы они не были не переувлажнены, да, не пересушены. То есть на момент... На момент укоренения и питания им не надо, скажем так, на начальный момент укоренения. Им нужен именно субстрат, в котором они будут комфортно себя чувствовать в этих условиях. А как мы узнаем, что они прижились? Вы знаете, вообще, если укоренение не произошло за 3 недели, то дальше в большей части, скажем так, да, растений, дальше уже лучше и не мучить. Нет, ну, если листики пошли в рост, это же не значит, что пошли корешки. Да, если пошли в рост листики, они пошли в рост, в том числе, может быть, за счет питательных веществ, которые есть в самой древесине, и корней может еще не быть. Да. Но такой черенок, который раскрыл листик, но не стал выгонять сам побег, а только листик, да, он может действительно быть еще не укорененным. Но если у вас уже пошел расти побег с этой почки, то, скорее всего, укоренение уже произошло, потому что для роста побегов уже надо больше сил, чем только древесина. И, в принципе, вы легко уже увидите, даже приподняв, ну, конечно, если у вас горшочек типа P9, там будет дольше развиваться корневая система. И вообще, конечно, когда очень много грунта, это не так удобно. Просто именно из-за того, что вы можете его переувлажнить случайно, да? Поэтому надо подбирать горшочки. Но, кстати, они также хорошо укореняются и просто в почве, но только в более теплый момент. Если бы сейчас было теплее, то можно было бы укоренять его и в почве, также воткнув и накрыв его банкой. Если же в горшочке, то, в принципе, перевернув горшочек, если корни пошли расти, мы их можем даже увидеть. Ну и другой момент, если, конечно, не боитесь, можно там попытаться дернуть, если у вас их много. Если они уже не дергаются, значит, они уже точно дали корешки. Но это такой совет не совсем правильный, да? Ну, коль вы спрашиваете, да? В принципе, мы смотрим по побегам, то есть пошли побеги или нет, это раз. Дальше из кассеты можно вынуть аккуратно и посмотреть, есть корешки или нет. Нет корешков, обратно в кассету поставили. Ну, тоже то есть, в принципе, это не очень это страшно. Это не страшно, да. Конечно, не разрушает кассеты. Вообще, опять же, стабильность они любят больше, чем всякие повреждения. Ну, понимаете, да, мы все тревожные садоводы, нам хочется, чтобы скорее дали, пришли там корешки. Мы будем это, ну, каждый день туда заглядывать. Понимаете, для нас, для простых садоводов, да, у вас нет такой необходимости, чтобы черенок укоренился, вот как можно быстрее, чтобы его пересадить в другой контейнер, чтобы потом его успеть подрастить. Пусть он себе там сидит, и нечего его трогать лишний раз. Укоренится? Укоренится. Не укоренится, значит, ну не судьба. Ну, потому что если уж он укоренится, он там будет какое-то время спокойно себя чувствовать и расти хоть до осени. Дальше вы его можете спокойненько пересадить в другое место. Ну вот какой процент приживаемости вот таких весенних черенков, которые срезаны в апреле или в мае? Ну, надо сказать, что в основном гортензии метельчатые, многие размножают одревесневшими черенками, даже крупные питомники. По крайней мере, не гнушаются черенковать и одревесневшие, потому что они действительно легко укореняются, и
зелеными черенками, если им надо большее количество. Почему? Потому что именно гортензия, выращенная из одревесневших черенков, легко зимует первую зиму. Она может легко перезимовать и в открытом грунте. То, что не всегда получается с зелеными черенками, да, которые у нас поздно укореняются, и дальше им уже зимовка для них бывает более проблемная. Вот, поэтому дальше все зависит от сорта. Есть сорта, которые черенкуются отлично. Ну, например, вот тут и Фрейс Мелба, там, ну не знаю, 90% это точно. Скайфл тоже хорошо черенкуется. А есть сорта, которые черенкуются не очень хорошо. То есть там уже гораздо меньше процент укоренений. Поэтому здесь все зависит от, именно от сорта. Да. Хорошо, скажите мне, вот из такого черенка, когда уже получится растение, на котором появятся первые цветы? Знаете, я думаю, что все-таки это произойдет, опять же, во-первых, и сорт важен, да, но все-таки это на следующий год. О, ну так это совсем мало. Да. То есть в первый год, несмотря на то, что будут побеги, но цветов как-то мы ни разу еще с такого не наблюдали. Ну это было бы удивительно, если бы с такой палочки, да, в этот же год. И вообще его задача в первый год, конечно, развить корневую систему, поэтому... И даже не давать, наверное, ему стоит цвести. Ну, да, даже и так говорят. Если вдруг. Да, так говорят, что тоже не дать. Но вот по поводу удобрений, да, и по поводу подкормок и стимуляторов, то есть в первый год стимулируем всячески для того, чтобы он развивал хорошую корневую систему. То есть и кормежка должна быть на это направлена, и если пользуемся стимуляторами не укоренения, а развития корневой системы, то вот и пользуемся ими. Так что вот этот момент важен. Прекрасно. Спасибо, Ольга, за информацию. Я думаю, что многие из нас захотят размножить свои замечательные ценные сорта или попросить, возможно, у соседей, у кого есть красивая гортензия, отрезать вот такую совершенно небольшую маленькую палочку, да? Из которой может уже на следующий год вырасти растение, которое будет радовать нас цветением. Спасибо огромное. С вами был канал Европлант. Ольга Щененкова, питомниковод, питомника Терика и ландшафтный дизайнер. Ольга, огромное вам спасибо за приглашение. Надеюсь, что мы сможем посещать вас и дальше, потому что информация, которую вы рассказываете, она совершенно уникальная. И от такого специалиста, как вы, мне всегда интересно услышать профессиональное мнение. Спасибо, Андрей, конечно. Всего доброго. До свидания.